Привет, вы на канале Позитивный огород. Мы смотрим пчелок. Что там у нас есть? Можно ли взять какой-нибудь медок на пробу? Есть вот эта первая рамка, но она не запечатанная. Сейчас посмотрим. А в этой что есть? Тоже есть незапечатанные. Незапечатанные. Но незапечатанные мы не хотим брать. Ну, он, наверное, везде сейчас, может быть, где-то только будет. Тут тоже есть, да? Полная, но не запечатанная. Правда, смотри, какая полненькая. Это, наверное, ставили вощину, да? Да. Рамка новенькая, чистенькая. А тут сверху они начали печатать, да? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Вот расплод из хорошей семьи. Вот да, здесь. Это крайняя рамка, да? Угу. И тоже с метком. Видишь, они сколько навили. Все, ставь. Смотрим следующий домик. Так, вот это вот. Рамочку сейчас заберем, она запечатанная. Печатная, да. Печатная. Да, заберем. Еще тоже такая же. А первая какая там? Стряхиваем. Можешь включить, да? Стряхиваем перышком пчел. Там и мед, и пирога, по-моему, да? Пчелки хорошо сегодня работают, погода хорошая. После дождика, солнца. Температура 23 где-то, да? 23-25, да? Так что заберем, откачаем, попробуем свежего меда 2020 года. Нашли еще одну рамочку запечатанную. Чё, тут трутни, а тут медка, медок. На откачку. Ставим искусственную вощину. Вот наделали рамочек. И подставляем в домики. Рамки с искусственной вощиновой. С вощиной я сбрызгиваю из пульверизатора. Такого, чтобы они были влажные. Смотрим следующий домик на наличие меда. Кое-какие рамки убираем, а ставим искусственную вощину, чтобы пчел занять работой. Ну, видишь, уже рамки как бы побеленные идут, да? Вот. Метка уже подтащили. Прямо. Только не запечатаны. Вот. И вон там тоже все забелено.
Ну-ка покажи нам, что там дальше. Вот погода постояла, и они подтащили маленько. Так же самое. Ну, не запечатано. И там не запечатано. Расплод в этом домике. Сверху мед. Здесь расплод. Распечатываем мед. Такая специальная вилочка для распечатывания. Все. Вот этот забрус весь, его складываем в тазик. Майский мед. Очень полезный. И вот этот забрус, в котором пчелки запечатывают мед, он тоже очень полезный. Его многие берут и жуют. Много в нем полезных свойств. И с другой стороны также все распечатываем. Тяжело. У некоторых, конечно, есть, у кого большая пасека, электрические всякие штуки для распечатывания. У нас такая вот. У нас нет. У нас небольшая пасека. Вот такой мед блестит. В мае мед вообще, наверное, никогда не качали. Первый раз так рано качаем мед. Всегда самое раннее в июне было. Откачка меда. Да. Но кто-то специально откачивает в мае на лекарства. Очень полезный мед. И следующая рамка тоже здесь. Немножко талька есть. Печатки тоже распечатаем и откачаем. Вот ставим рамки в медогонку. И осторожно сперва начинаем. И откачиваем. Уже сейчас будет слышно, как мед будет лететь, капать на стенки. Перевернули рамки и обратно откачиваем с другой стороны, чтобы тоже мед вылетал. Это старая у нас еще дедушская медогонка. И уже какого она будет? 70-х, наверное, годов. 50 лет медогонка. Петерга у нас там высыпала. Вот переворачиваем и еще раз откачиваем. Только набежало меда, это получается с 4 рамок. Сейчас разольем по баночкам. Любая мед в маленькие баночки. Вместе с пергуем смотрю.
Вот накачали мы 4,5 литра майского меда. Вот посмотрите, какой должен быть мед. Он должен стекать вот такой струйкой и ложиться как горочкой. Майский мед очень полезный. Он даже у нас почему-то получился, даже крапинки пирги попали туда, и он с пергой получился. Пирога даже. Вот такой медок. Ну, а кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и заходите почаще в гости. Пока-пока!